Бонджорно, кари амичи! Сегодня у нас особенное високосное событие. День открытых дверей в библиотеке 183. Поехали! Дорогие друзья, рады вас всех приветствовать! Да! Сегодня у нас будет для вас целых 4 волшебных подарка. Презентация новых фильмов, премьерные показы. И вот он, первый из них. И, конечно же, отдельная приятственная весть, что это лично наш библиотечный проект. Да-да, именно так. Библиотека ЦБС ЮЗАО, библиотека 183 делает свой контент в виде курсов итальянского языка. Итальянский от А до Я. И его ведущим выступаю, конечно же, я, Евгений Добров. Собственно, проект «Итальянский от А до Я» — это часть итальянской, дантовской, именно через дефис среды библиотеки 183. Титульный проект нашей команды, всех наших сотрудников, всех наших друзей. Поэтому всех адресую к первым 7 роликам, а сегодня мы смотрим с вами 8-й. Почему не страшно смотреть наш сериал с 8-й серии? Потому что это не только про изучение языка, это про наслаждение языком. Это про то, что вы включаетесь в систему итальянской культуры и черпаете из ее рога изобилия, черпаете огромной большой медвежьей ложкой. И вот как раз с вами мы сегодня сделаем один очень важный заход. Мы посмотрим итальянский от А до Я. Если у кого-то, кстати, будут вопросы, в соцсетях постфактум это все будет показано, поэтому не стесняйтесь, тоже пишите, обязательно вам ответим. Наш проект «Итальянский от А до Я», почему его важно смотреть? Потому что это еще и факты про Италию, про Данте, про итальянскую культуру, про итальянский язык, лингвистические выкладки, между прочим. Это не только про обучение, это и про развлечение. Смотрите, наслаждайтесь, слушайте музыку, все авторское, все для вас. Записывайте. Сегодня первый проект «Итальянский от А до Я». Это у нас серия про артикли определенные. А после этого мы показываем целых 3 премьерных фильма 2020-2021 годов. Поэтому будет отдельное видео по ним. Посмотрим все вместе, если кто-то придет еще помимо нашей широкой аудитории сегодняшней, то буду рад. А теперь показ.